Всем привет из старого русского города Александрова, Владимирская область. Сегодня у меня очередная путевая заметка. Собираюсь прогуляться по городу. Начинаю свой путь от железнодорожного вокзала. Прохожу мимо храма Серафима Саровского. О этой церкви у меня есть ролик на канале. Приглашаю посмотреть. Собираюсь дойти до Александровской слободы. Иду пешочком по улице Ленина. Большая живая улица. Много вокруг магазинов, кафешек, офисов. Вижу заброшенное здание. На нем висит табличка. Сейчас поближе подойду и прочитаю. Здание Совета Дворянского Собрания, дом Зубовых, 1860-е года. Охраняется государством. К сожалению, плохо охраняли. Одни стены остались. Заглядываю внутрь. Кругом растет трава, крапива. Часть здания обнесена забором. Чего здесь охранять, не понимаю. Сейчас я его обойду. Можно даже пройти вовнутрь. Или заглянуть, что я и делаю. Дом Зубовых. Еще одна потерянная страница нашей истории. Хотя, может, восстановят это здание. Постараюсь в интернете найти фотографию этого дворянского собрания. Таким оно было совсем недавно. Пострадало, к сожалению, от пожара в январе 2016 года. Видимо, раньше это было парадное крылечко дома, а сейчас... Здесь у нас магазинчик хозтовары. Так, еще один рядом дом. Дом купеческий с лавкой, вторая половина 19 века. Двухэтажный. Первый этаж кирпичный. Видимо, был магазин, сейчас не работает. А второй этаж деревянный. Расписные окна с наличниками. Дальше идет Александровская районная детская школа искусств имени Владимира Васильевича Зубова. В 1911 году он открыл первую частную музыкальную школу в Александрове. Дом купцов Растворовых. Здесь жили когда-то. Улица Ленина кончается памятником вождю мирового пролетариата, который стоит на Советской площади. Дальше я дойду до Христа Рождественского собора. Вы видите его купола. На площади есть красивый фонтан, торгово-развлекательный центр и детские аттракционы. Собор Рождества Христова построен в 1696 году, а перестроен до нынешнего вида в 1847 году. Перед ним расположился развлекательный центр «Сатурн» и 3D, и 5D. Чего только нету. Колокольню собора реставрируют. Перед храмом стоит памятник святому благоверному князю Александру Невскому. Кстати, в этом году мы отмечаем 800-летие великого князя. Здравствуй, князь! Здравствуй, дорогой! С днем рождения тебя! Спасибо, путник! Разрешаешь поснимать этот славный город? Конечно, но только без фейков. Да какие фейки? Я стараюсь правду снимать. Спасибо тебе. До свидания, князь. До свидания, мил человек. Площадь перед храмом называется Соборной. На ней есть еще один памятник. Называют монументом Александровской Республики. Открыт в 1987 году, посвящен вооруженному восстанию рабочих в декабре 1905 года, которые провозгласили свою Александровскую республику. Просуществовала она 5 дней и была разгромлена казаками. А девушка, которая держит знамя революции, к сожалению, была расстреляна жандармами. Такое здесь соседство собора и памятников. За монументом в кустах обнаружил красивый вид. Пруд, на берегу стоит экскаватор и что-то из воды вычерпывает. Видимо, ил.
А мне пора продолжить свой путь. По дороге наткнулся на ворота в Александровский городской парк. Не могу не заглянуть. Довольно-таки красиво и уютно. Но обзор парка может сделать в другой раз. А я возвращаюсь на улицу Советскую. На улице много старых зданий. Усадьба Первушина. Здесь расположен Александровский художественный музей. Может быть, когда-нибудь побываю и здесь. Здание бывшей женской гимназии первой половины 19 века. В годы войны размещались госпитали, а сейчас здесь, по-моему, расположилось медицинское училище. Уважаемые зрители, не забывайте поддержать канал, подписывайтесь и пишите комментарии. Спасибо. Вдалеке уже вижу Александровскую слободу. Вышел на набережную реки Серая. Фонари интересные. Набережную называют здешним Арбатом. Информационный стенд со схемой. Музей-заповедник Александровская слобода. Жмите на паузу и изучайте. Красивые, я бы сказал, деревенские виды. Частный сектор идет по берегу. Сверну я на Арбатскую, затем на Слободскую. Я сначала прогуляюсь по набережной, а затем направлюсь к музею-заповеднику. Спуск к реке вымощен бетонными плитами. На самой речке много зелени, водорослей. Надо бы почистить. На берегу есть кафе. Кто любит мед, блины, кофе, вам сюда. А любители покрепче идут обычно на бережок. Тротуарная дорожка красивая. Без ям и трещин, в отличие от набережной в моем городе. На моем пути еще один памятник Ивану Васильевичу. Асм, есм, царь Иоанн Грозный. В Александрове Иван Васильевич прожил 17 лет. Отсюда и правил Русью, пока не убил своего родного сына. На колени, холоп! Какой я тебе холоп! Прошли твои времена, Иван Васильевич. Убирай свою камеру. Мне Александр Невский разрешил снимать. Невский мне не указ. Действительно грозный. Даже тучи на небе захмурились. Пойду-ка я отсюда, а то казнят ненароком. Вдалеке вижу колоннаду. Беседка, что ли? А правее небольшие смотровые площадки. Чайки кружат над рекою, над рекою серою. На поэзию потянуло. Местные жители, а может и гости города, подкармливают птичек. Голуби, утки и чайки. Вот такая здесь картина маслом. Набережная города Александрова. А это кто у нас на лодке плывет? Одинокий лодочник, наверное, рыбак. Совсем немного мне осталось дойти до Кремля Ивана Грозного. Такие виды открываются с автопешеходного моста. Тучи на небе сгущаются, чую, дождичком пахнет. Река Серая в ширину небольшая. Я буду завершать эту часть моей прогулки. Смотрите продолжение. Александровскую слободу. Я всем пожелаю удачи. Путешествуйте, друзья, по нашим старым русским городам. За ролик не забудьте что-нибудь поставить. Пишите комментарии. Всем пока. До свидания. До новых встреч. Продолжение следует. А на небе тучи, а тучи как люди.